Всем привет, с вами Дмитрий Пелин и в эфире «Луковые новости». 14 октября в Калининграде проект «На грани» организует мероприятие по стрельбе из лука. Наверняка каждый из нас, смотря любимые приключенческие фильмы, мечтал оказаться на месте главного героя, будь то Робин Гуд, Китни из «Голодных игр», Леголас из «Властелина колец», ну или, на крайняк, Рамси Болтон из «Игры престолов». На своем личном опыте узнать, каково это – держать в руках одно из самых древнейших оружий в истории человечества и собрать волю в кулак, преодолеть суету в мыслях, задержать дыхание, натянуть тетиву и попасть точно в цель. Совсем все как в обычной жизни. Итак, 14 октября в субботу ждем вас на нашем мероприятии. Все подробности участия где-то в районе этого видео, вверху, внизу, равно как и ответы на ваши вопросы. С вами был Дмитрий Пелин, вы смотрели «Луковые новости». До встречи, пока-пока. Сделай мир добрей, подержи репостом нас скорей. Все.